вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать эффект прыгают в стену. Лучше посмотрите мой пример. А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Для этого видео нам понадобится приложение Лайк или ТикТок, где мы снимем наше видео, и программа KineMaster, где мы это все и смонтируем. Она есть как на Android, так и на iPhone. Ну что, погнали! И выберем музыку. Я выберу вот эту. Нажмем присоединиться. Поставим телефон на штатив. Я буду снимать на 2x. И теперь поставим период там, где мы будем прыгивать в стену. Давайте поставим период. Нажимаем время. Ну вот где-то здесь. И теперь снимаем видео, что мы стоим, танцуем, а потом прыгаем вот так в стену. Главное аккуратно прыгать, так чтобы не удариться. Нажимаем снимать видео. 4, 3, 2, 1. Так, посмотрим. Да, получилось прикольно. Силуэт остался там, где я только подпрыгнула. Вот так. Теперь мы переодеваемся. Вот я переоделась. Теперь мы берем ту одежду, в которой мы прыгали. И теперь мы выходим с кадра и снимаем видео, что мы бросаем одежду, что она падает. Можно снять так, а можно снять, что мы берем одежду, бросаем ее, потом подходим, забираем одежду и машем пока. Или привет. Давайте это снимем. Сейчас посмотрим. Вау, получилось прикольно. Мне нравится. Теперь нажимаем продолжить. Кто может видеть? Личное. И нажимаем пост. Так мы сделаем свою музыку. Вот видите, даже не понадобился нам KineMaster. Это очень круто! А сейчас я вам покажу, как это можно смонтировать в KineMaster. Можно зайти в лайк и снять сразу под музыку, но я буду снимать в обычную камеру. Ставим телефон на штатив. Заходим в камеру. Включаем видео. Теперь мы включаем видео. Можно потанцевать, а потом мы прыгаем в стену. Конечно, не вот так, чтобы мы ударились, а так, чтобы мы не ударились. Прыгать нужно вот так. Руками получается об стенку и подпрыгнуть. Так, чтобы было не сильно больно. Давайте это снимем.
теперь мы переоденемся. Остановим видео и переодеваемся. Вот я переоделась. Теперь мы берем ту одежду, в которой мы прыгали. Начинаем снимать видео. Берем нашу одежду. И бросаем приблизительно в то место, там, где я прыгала. Так, чтобы одежда просто вот так упала. А потом можно ее подбежать, взять и убежать. Давайте это снимем. Так, видим. Отходим. И бросаем. Можно снять еще раз, если одежда плохо упала. Несколько раз мы сняли, а теперь можно приступать к монтажу. Заходим в KineMaster, нажимаем на плюсик, выбираем размер 16:9, мультмедиа, все, и добавляем два наших видео, там, где я прыгаю, и там, где я бросаю вещи. Сначала обрежем видео там, где я бросаю вещи. Вот где-то вот здесь. Выделяем и разрезаем, удаляем ненужную часть. И теперь удаляем вот здесь, там, где я уже убежала, вот так. Теперь мы подстраиваем первую часть. Ищем тот момент там, где я уже подпрыгнула. Подпрыгнула и начинаю падать. И подстраиваем так, чтобы одежда падала вместе со мной. Теперь вначале тоже обрежем ненужную часть. И теперь подстроим цветокоррекцию. Нажимаем на настройки цвета и поднимаем последний ползунок. Пусть будет ярче. И со вторым кусочком то же самое. Теперь нажимаем на галочку. Давайте посмотрим. Вау, получилось очень прикольно. Теперь нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу «Экспорт», «Пропустить» и подождем, пока наше видео экспортируется. Вот и все, наше видео сохранилось. И смотрим видео первого лайкера. Вау, у тебя нереально круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня огромный лайк. И смотрим видео второго лайкера. Вау, у тебя очень круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня лайкосик. На этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось. И оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео. А когда снимете, пишите хэштег «Снежана Снежок» и хэштег «Хочу видео Снежаны». Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока-пока.